Я еще его не обновляла, решила именно так обновить. Справляться.
Я не скажу.
говорю, а что такого? Вони он срок гарантии с запасом. В смысле, срок годности с запасом. Срок годности 2 года, короче, 20 сентября, октября, ноября, декабря, января. 4,5 месяца практически. Ну, в принципе, нормально, но где-то чуть больше, чем 1,5 года на это все. Меры предосторожности, индивидуальная переносимость, непереносимость ингредиентов. Коста 2011 года. Гринова теперь претензии принимают. Ну, www.greenmama.ru, Егорьевск. Завалькирована. Меня кошка почему-то любила вот эти сливки предыдущие, которые там стоят, еще немножко осталось. Не знаю, будут ли любить она эти сливки. Только мне я открываю штучку. Еще даже на ватный диск не нанесла. Она бежит, несется, голова трясется. Нет, голова не трясется, но сама суть. На запах этого и ждет, когда я морду лица протру, там это губы смою. Или хотя бы просто отвлекусь, или куда-то капнет эта капелька и начинает вылизывать. Вчера я руки кремом от Avon помазала, которое мне одна подписчица подарила. Там лаванда какая-то ночная, Avon KM. Я намазала руки кремом, значит, делаю монтаж, делаю там что-то такое, пытаюсь в компе сделать. Она прыг на стол, рядом села и вылизала мне все вот это вот. Я говорю, Алиса, очень приятно, она перед этим еще ела рыбу. Как бы, и у нее изо рта пахнет этой рыбой. И мне руки стали вонять этой рыбой. Я пошла руки мыть, чтобы потом заново помазать. Закрыть. Ну вообще, не кошка какой-то. Жуть. Thank you.
зачем-то. Иногда бывает, конечно, по скидкам это все, но на самом деле маме надо набирать, чтобы была бесплатная, допустим, доставка. Раньше у них была такая фишка, если оплачиваешь купоном и набираешь при этом на 1500 сумму, то бесплатная доставка. Теперь надо набрать нахрен знает с какую сумму. В общем, если есть купон, есть как бонусная карта, ну это карта клиента и какие-то еще бонусы за оплату, то вычитаете с этой суммы вот эти все скидки и голый эффект кусока должен остаться на 1500. В общем, в любом случае оно выходит дороже и совсем, ну не то. Обманка. Короче, невыгодно там делать два заказа. Можно, допустим, то же самое купить на Озон или на Вайберис. Тогда там тоже бывает на это скидки. Но все равно это вышло очень даже бюджетно. Даже не то, что бюджетно. Дешево. 309 рублей вот это вот все. Yeah.